Казалось бы, приготовление запеченной рыбы – дело несложное. Но здесь я поделюсь кое-какими секретами и расскажу, как приготовить запеченную семгу так, чтобы она была достойна королевского стола. Если вы отъявленный перфекционист или учитесь на повара, вам могу дать еще один совет – приобретите прибор, который измеряет внутреннюю температуру продуктов – мяса, рыбы, курицы. Это полезное приспособление. Семгу, например, можно считать готовой, когда ее внутренняя температура достигла 48-50 градусов. Итак, если филе у вас цельное, режем его на порционные кусочки. Часто они отличаются по толщине, что мешает рыбе запекаться равномерно. Предлагаю надрезать кусочки и сложить их, как показано на фото, чтобы семга пропеклась идеально и имела красивый вид. Запекать будем на фольге без масла. Посолите рыбу. Смешайте майонез, перец чили, сок и цедру лайма. Смажьте щедро таким соусом рыбку. Духовку разогрейте до 160 градусов. Запекайте филе 18-20 минут. Аккуратно переложите кусочки на тарелки, украсьте по вкусу и подайте.